Привет, меня зовут Юля. Сегодня второй выпуск «Мутакухня» с группой «Мутаген». Я иду сегодня к ребятам в гости в загородную резиденцию. Посмотрим, чем они нас сегодня удивят. Надеюсь, что будет вкусненько. Здравствуйте, ребята. Добрый день. Как ваши дела? Хорошо. Что вы будете сегодня готовить? Итак, сегодня у нас блюд достаточно много. Три. Первое блюдо – это мексиканские куриные ножки под соусом сельвукле. Итальянская паста. Морковно-французский салат. Точка. И щепоточку счастья. И капелька мутагена. Будем начинать? Стартуем. Первым делом мы будем мариновать наши французские ножки. Пахнет, блядь, мексиканский просто. Для того, чтобы нам их замариновать, нам нужно лук порезать. Это мы уже умеем. Какой из ваших техник сегодня будете вам резать? Я воспользуюсь техникой фрихенд. Я придумаю новую технику. Поделюсь луком. Пожалуйста. И ты поделись с ним. Ну, две луковицы, надо четверых, Костя. Надо вот так вот резать. Ничего, порежем так. Итак, приступаем к нарезке лука. Расскажите пока, что входит в ваш соус сельвукле. Продюсер, что входит в соус сельвукле? Я не знаю, это готовит его... Вулкан. Мелко порезанный лук, мелко порезанный чеснок. Он говорит. Морковь и секретный ингредиент, который мы расскажем позже. А где лук? Блин, я тебе хотел технику показать. Очень хотел бы поделиться своей техникой нарезки. Эта техника называется радуга. То есть, если посмотреть, то возможно тут увидеть все цвета радуги. Я их все не знаю, но они тут есть. То есть там, ну, это и тот есть. Вот, пожалуйста. И потом делаешь так, вот две радуги. Маленькие, но есть. Да. Теперь мы берем маринад, которым воспользуемся, и замаринуем наши ножки. Правильно. Выглядит очень аппетитно. Давай, махаемся, типа, давайте, да. И кто сейчас проигрывает, тот сразу мешает. О, нет. Кто-то из нас. Костя, расскажи, пожалуйста, на что похожи эти чувства? Это как... Итак, займемся костром. Для костра нам понадобится бумага, которую нам предоставил наш спонсор. Большие бревнышки. Бревнышки среднего размера и веточки. Начинаем с маленьких веточек. Это какая-то особая техника? Этой техникой меня обучили в Африке. Расскажите, пожалуйста. Я был в Африке. Там очень жарко. Ну, пока изюминка занимается костром, занимается соусом. Немножко горчички. Есть секретный ингредиент, о котором я говорил. Особый сорт горного кориандра. Нужно не больше трех листиков, больше может быть опасно для здоровья. Ни в коем случае нельзя их мыть, потому что... Ну что, мне впадло. От кориандра какой-то изысканный вкус получается? Конечно, все дело именно в нем. И немножко чабреца. Прямо маленькую щепоточку. Оставим в холодильничек на 15 минут. Наш костер готов. Какой у вас следующий этап? Сейчас мы будем делать итальянскую пасту на пару. Да, ну поскольку мы стараемся употреблять на основу здоровую пищу, готовить мы ее будем на пару. Это пароварка, я правильно понял? Конечно. Не похоже? Похоже, я точно. Ой, это еще, она же итальянская, дай высыплю. Еще. И накрываем крышкой для быстрого приготовления. Пока ребята занимаются пароваркой, мы натрем морковь для салата. Вкусного. Да, для этого нам нужна морковь,
и терка. Показываю технику. Легкими сексуальными движениями мы режем ее. Еще одну технику продемонстрируем вам. Техника называется... Парная техника, я так понимаю. Совершенно верно. Парная техника. А, вот еще горизонтальная техника, обратите внимание. Командная вот. Работа. Командная работа, естественно. Теперь вертикальная. Что-то... То есть горизонтальная удобнее все-таки. Вот мы так и поняли. Угли готовы. Можем заняться мясом. Сейчас мы готовим мясо. Для этого нам понадобится сетка. Держи. Будем накладывать мясо специальной техникой. Я позаимствовал эту технику у Жени. Какая называется? 69. Я смотрю, у вас все по Фрейду, да? Чем занимаетесь вы? Чесночок режем. В наш чудо-салат, не помню, как он называется. Непостоянный. Да, непостоянный. Его особенность в том, что у него название все время меняется. Тем временем мы занимаемся выкладкой лука крестиком. Готово. Накрывай. Накрываю. Фиксируем специальным фиксатором. Готово к жарке. Ставим на угли. Ставим на угли. Ой, встало. Оно встало. Давай без маты. Встало. Сука, как ты, блядь, сетку? Так а что не так? Что ты, говоришь, без маты, я послал мне эту хуйню. Покажи, посмотри, как он сетку. Так я никогда не ставил, мне никто не показывал. Так вот, в смысле? Перевернуть? Да. Сейчас прям. Да. Так? Нет. Ошибочка. Костя, что с курицей? Она готова. Снимаем курицу. Наша курица готова. Каким гарниром ее лучше кушать? Собака. С каким гарниром ее лучше кушать? С каким гарниром ее лучше кушать? Да я услышал. С итальянской пастой, ёпта, бля. Так что, прощаемся сейчас со зрителями или потом? Да, давайте попрощаемся с зрителями. Ну что, ребят, скажите пару слов вашим зрителям. Раз, пока. Два, пока.